Всем привет, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале «Свет миру». Если вы еще не подписаны, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Также, если вам понравится видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Желаю всем обильных Божьих благословений. Здравствуйте, меня зовут Репринцева Анна Афанасьевна. Примерно лет 20 тому назад у меня начались боли в спине. Врачи мне поставили диагноз пояснично-крестцовый остеохондроз с корешковым синдромом. У меня болела спина, отдавала боль правую ногу. Тяжело было наклоняться, что-то делать по дому, работать. Боли были большие, даже больно было наклониться над рукомойником. У меня свой огород, я не могла наклоняться, испытывала боль острую. Это длилось за лет 20. В 2017 году я пришла в церковь «Новое поколение» на Одесской. Я посетила 3 служения, подошла к пастору, чтобы он помолился за исцеление, и боль ушла. С того времени прошло 3 года, и спина у меня не болит. Вся слава Иисусу. Иисус исцелил меня. Также у меня была опухоль под мышкой правой руки. Это причиняло мне боль. Тяжело было двигать руку. Боль была такой сильной, что я не могла поднять руку. В церкви «Новом поколении» на Одесской я подошла к пастору. После служения пастор помолился, и после этого боль ушла, и опухоль исчезла. Иисус исцелил меня. Вся слава Богу! Господь Целитель! Веруйте в Господа Иисуса Христа! Если вы еще не подписаны, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Также, если вам понравится видео, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Желаю всем обильных Божьих благословений!